Очень важно при проведении военных действий не забывать, что военные – это живые люди, солдаты – это живые люди. И очень важно, чтобы они вернулись с задания живыми, а еще лучше – совершенно здоровыми. Поэтому целое военное направление занимается защитой живого человека, универсальным оборудованием для солдата. Между прочим, оборудованием защиты и для машины, потому что машиной управляет солдат, и если правильно и хорошо защитить машину, то это значительно повышает возможность солдата вернуться домой живым. Итак, жидкая броня. Сказка это или реальность? И что это такое? На самом деле, если вы хотите представить это визуально, то вы можете взять прозрачный гель для зубов, например, капнуть себе на руку и посмотреть. Да, вот именно так выглядит живая броня. Вот именно такой прозрачный гель. Как он устроен? Я уже вам говорила, что технологии, точные схемы я вам показать не могу. Но рассказать могу, как примерно это выглядит. Была разработана, в том числе нашими российскими учеными, специальная ткань. И у этой ткани, у любой ткани есть поры. Вы это понимаете, даже можете посмотреть, рассмотреть свою рубашечку, рассмотреть свое платье, что там есть отверстие. Благодаря этому ваша кожа дышит и дышит одежда, и вы, допустим, не так сильно потеете. Для спортсменов тоже была специально разработана целая серия спортивной одежды, и вы тоже знаете, это специальные технологии, которые позволяют коже дышать, либо, наоборот, заставляют кожу обильнее выделять пот, и это приводит к похудению человека. Так вот, и в военных технологиях была разработана специальная ткань, на которую наносится гель. Гель носит, содержит специальные наночастицы, которые очень интересно себя проявляют. Они как бы находятся в отверстиях ткани и в обычном состоянии. Если не угрожает никакой опасности, то солдат просто идет в этой специальной рубашечке, и ничем она не отличается от другой рубашечки. И только когда попадает пуля, то тогда меньше, чем за доли секунды, даже меньше, чем за миллисекунды, эти частицы срабатывают таким образом, что они как бы разбухают, и все отверстия в ткани превращаются в жесткую броню. И таким образом, когда пуля попадает в эту ткань, то она ее не пробивает и отлетает назад. Скажете, фантастика? Нет, не фантастика. И это разрабатывали не даже решали не только задачу, чтобы пули непробиваемости, еще решали задачу, чтобы солдату было легче. Потому что, конечно, можно его обвесить, вы помните, в древние века кольчуга, и она весила по 20 килограмм. Конечно, есть бронежилеты, и попробуйте их надеть, они очень тяжелые, а солдату нужно бежать. Ему нужно быстро бежать, иногда бывает долго бежать. И чем легче на нем будет обмундирование, тем легче будет солдату передвигаться. Так вот, придумывали это для того, чтобы была легкая рубашечка, но играла функцию брони. Какие у нее недостатки? У нее есть недостатки. Самый большой недостаток, и ученые по этому поводу переживают, и не знают, как, пока не знают, как это сделать. Я думаю, что мы придумаем. Эта ткань боится воды. Если солдат в этой рубашечке прошел через воду или проплыл, то она потерять может в своих свойствах до 40%. Вторая проблема. Если это, скажем так, будет нападение оказано в виде очереди из автомата, либо это будет какой-то снаряд, то она не выдержит. Потому что ее, скажем так, целевая функция – это защита от мелких пуль. От очереди пуль и от снарядов она, к сожалению, не выдержит. Но
Это будет зависеть от того, на какое задание идет солдат, тогда, соответственно, он и одевает соответствующее обмундирование. Так же, как мы с вами рассказывали про пожарников, когда мы говорили про искусственную кожу, что там одежда должна быть пожароустойчивая. Такие технологии, как жидкая броня, они разрабатывались давно. И в первую очередь они использовались в космических целях, потому что нужно было защитить человека и корабль от тех перегрузок и от тех температурных воздействий, которые подвергается космический аппарат, которому проходят слои атмосферы. Так вот, при прохождении капсулы с космонавтом слоями и слои атмосферы, когда она пролетает, температура за бортом может достигать 3000 градусов Кельвинов. И при этом космонавт должен сидеть в капсуле и в совершенно нормальных условиях и не почувствовать этой температуры. Так вот, чтобы решить этот вопрос, были разработаны специальные покрытия. И когда мы говорим про жидкую броню для машины, хочется еще отметить, что это не только некая, скажем так, гель, либо напыление, которое наносится на машины, это еще и специальная техника, которая устанавливается на военную технику, и которая позволяет делать ее невидимой. В простонародье это называется плащ-невидимка. Так вот, он существует и для техники, и для человека. В принципе, его действия, существует он на самом деле, или это еще фантастика, я вам расскажу в следующей лекции.